В администрации Ленинского района прошло совещание в формате круглого стола. Оно было посвящено муниципальным выборам, которые состоятся 10 сентября. В частности, речь шла о реализации конституционного права граждан с инвалидностью и маломобильных групп населения. Высказать свое мнение по этому вопросу, обсудить мероприятия, необходимые для реализации голосования людей с ограниченными возможностями здоровья, собрались представители службы социальной защиты, общественники, руководители служб муниципалитета и лично глава района Олег Хромов. О важности этой темы говорит тот факт, что в совещании приняла участие председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова. Нам бы очень хотелось, чтобы избиратели... Прежде всего, избиратели с ограниченными возможностями поняли, что на избирательном участке их ждут. Начальник управления внутренней политики администрации Ленинского района Елена Якуничкина выступила с докладом, в котором рассказала о доступности избирательных участков в муниципалитете. Исходя из опыта прошлых лет, в этом направлении уже проведена большая работа. Из 43 помещений абсолютно, скажем так, доступно, это подтверждает статистика, которую мы получаем, мы непосредственно издаем с помощью там, социальной защиты, в Министерстве социального развития. У нас доступно на сегодняшний момент 41 помещение. Кроме того, ведется активная подготовка волонтеров, которые будут помогать инвалидам в процессе голосования. Особое внимание на встрече было уделено приему заявок и проведению голосования у тех граждан, кто не может посетить избирательный участок. Наши социальные работники опрашивают получателей социальных услуг, кто пойдет на участки самостоятельно, кому нужно сопровождение, кому нужен автотранспорт. Поэтому, как бы, по большому счету, работа уже ведется. По итогам круглого стола был составлен список предложений по организации работы избирательных участков. В частности, для инвалидов планируется подготовить специальные памятки с подробными инструкциями по голосованию. А избирательные комиссии, в состав которых будут входить подготовленные специалисты, начнут работать в тесном контакте с социальными службами.